Coming in on a wind and a prayer. Coming in on a wind and a prayer. So the sun must have come, we can still carry on. Coming in on a wind and a prayer. Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Итак, друзья, высохла у нас белая краска. В принципе, меня ее прозрачность в данный момент устраивает, как просвечивает у нас наш пришейдинг. Его отлично видно. Вот, поэтому давайте продолжим. Для этого нам надо его вначале замаскировать белый цвет, чтобы покрасить вторым цветом камуфляжа. Границы у нас везде не резкие, кроме границы на крыле. Так, здесь вот у нас должна быть небольшая ступенька. Мы ее сейчас тоже соорудим. Маленькая, еле заметная, но она там быть должна. Так, то же самое здесь. Так.
Обозначим сейчас резкие границы вначале, а потом. Потофиксом сделаем валики для имитации нечетких границ. Понадобится много здесь нам потофикса. Даже вот, наверное, вот так. Чтобы было виднее и понятнее. Не самое веселое занятие, конечно, маскировать, но очень важное. Потому что от качества зависит очень сильно. Углы поджать. Так, и теперь переднюю границу крыла мы сделали. Так, тут у нас
выровнять. Так. По фюзеляжу граница у нас волнистая, плавная, плавный переход между цветами и граница волнистая, поэтому вот. Делаем, короче. Плавную границу. Так, у нас здесь граница начинается, даже, наверное, здесь я скотчем сделаю ее над закрылками, чтобы там поточнее получилось. Так, а здесь она у нас заканчивается, то даже вот так вот.
Волнистые. Во. Так, здесь нам по кусочку скотча надо подклеить. Так, и с этой стороны. Угу. Так, и что у нас остается? Да все, надо только закрыть вот это все дело. О, кончился. Широкий мне котч скончился. Ладно. Здесь нам нужен скотч пошире. Как-то вот примерно вот так вот.
Да, узковат скотчик-то. Узковат. Как раз бы тут прям был. Так, и осталось только вот тут вот эти сложности. И все. Особенно на границе. Особенно на границе. Во, вот так вот я. И все, четко граница. А здесь у меня и так она. Четкая. Так. Так, здесь нам надо отдельно сделать все-таки.
Чуть задние стабилизаторы не забыл. Их же тоже надо замаскировать. Так, здесь у нас закрыто, да? На всякий случай. Так, и стабилизатор. Вот я про них-то и забыл. Тоже ступенька. Так, поэтому
Так. Ну, вроде как сейчас подрежем вот эти вот торчащие, и все. Что-то, чтобы они нам не мешали. Хорошо крутится. Вот, друзья, и теперь давайте вторым цветом покроем боковины и киль. Да, и больше ничего. Боковины и киль. А верхнюю границу будем создавать, когда уже высохнет краска. Так. Емкость. Мистер Колор 72 Intermediate Blue. Растворитель Мистер Колор Ретардер. Не знаю, сколько краски понадобится, сделаю побольше. Эх, красивый будет у нас птиц.
боевой. Насколько она прозрачна, даже вот не знаю. Сейчас посмотрим. Так, и еще раз напомню. Вот эти вот бока. И киль. И все. Так, ну начнем с киля. Да, укрывистая. Я в том смысле, что из-под нее, наверное, не будет видно вообще. Шейдинга. С запасиком. Наверх. Так, все что ли? Ну вот так. Вот так это вот так.
такой вот голубенький красавчик. Ну, остальное все будет очень-очень-очень темно-синий. Ночной камуфляж. Вот такой вот. Navy Blue. Mr. Color номер 14. Третий цвет. Очень-очень темный. Потом будем высветлять и все остальное делать. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.